Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, и мы сегодня начинаем новое прохождение Bioshock Infinite. Я знаю, игра вышла давно, и все уже ее прошли, но так случилось, что эту игру я не смогла завершить по многим причинам, и почему-то захотелось ее пройти, ну а подумала, почему бы не показать это вам, поскольку я даже концовки не знаю, серьезно, мне ее, слава богу, никто не заспойлерил, и большая просьба не спойлерить мне по сюжету. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну что, давайте начнем. Собственно, я начало помню. Я поиграла, наверное, часа 4. Потом не помню, каким, по многим причинам, на самом деле. Конкретно я забросила, не знаю. Но я думаю, вам тоже будет это интересно. Все-таки такие игры пропускать нельзя. А сейчас небольшое затишье на канале. Не знаю, что проходить. Так что все, давайте. Много болтовни и все. Погнали, да. Новое, конечно же. Других-то у меня нет. Средняя, низкая, средняя, высокая. Я думаю, вы не будете возражать, если я буду проходить на низкой. Я боюсь, что на средней, если у меня будут какие-то сложности, я ее по каким-то причинам могу опять же забросить. Как-то она у меня не пошла, я помню, игра. Не знаю почему, мне было немного скучно, и я передумала ее проходить. Будем надеяться, что сейчас для прохождения все-таки ее осилю. Я хочу просто узнать, действительно, чем все заканчивается, что там происходит, почему там такая концовка, о которой все говорят, о боже, это нечто! В катсценах я, ребят, постараюсь молчать. Озвучка полная. Так что вам доступна ветка камстока. Снайперскую. Не надо мне. Да, хорошо. Ты боишься Бога? Отключу. Нет, сейчас сабы. Но тебя боюсь. Разум субъекта предпримет отчаянную попытку создать воспоминания там, где их нет. Ну да. Такое я слышал. Локализовано cginfo.tv. Ты так и будешь сидеть? А что мне еще делать? Стоять? Не стоять, грести. Грести? Это в мои планы не входило. Хочешь, чтобы я один всю работу что сделал? Это? Нет, но надеюсь, грести будешь ты. Почему это? Ты предложил сюда приехать. Я предложил? Я тебе сразу сказала, что не люблю упражнения. Ты про греблю? Нет, пожалуй, гребля неплохо укрепляет тогда тело. Про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь, долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет, и огребет? Да, он огребет. Ага, я поняла. Приехали. Ну, здорово. Приплыли, как говорится. Так, я почему-то на Е начала по привычке нажимать. Так, ну, а теперь в чем проблема таких игр? В том, что нужно привыкнуть. Эй, а меня тут встретят? Очень надеюсь. Так, всем все. Помните, это в начале, кстати, первый Биошок. Вот эта лестница, потом мы до нее плывем. Я играла в первой немного, опять же. А во второй тоже немного. Простите, я Букер Дэвид. Вас обо мне, наверное, предупреждали. Блин, мне нравится озвучка. Я, наверное, не буду отключать субтитры все-таки на всякий случай. Использую тазик. Оу! Так. От грехов твоих очищу тебя. Так, ну это полная локализация, кстати, они его просили. Так вот, сейчас насчет самое веселое, потому что я к каждой игре, к камерам в играх привыкаю я очень долго, и это абсолютно нормальное явление. Буду играть криво, и, в общем, пожалуйста, не ругайте меня за это. Так. Меня выкинули сюда, блин, как кусок мяса. Никто меня даже не встретил вообще. Посмотрите на них, а? Я... О, ой... Ой-ой-ой, кровь, нехорошо. Слушайте, а я реально не помню, что происходит здесь, потому что я вот сейчас на все смотрю, как в первый раз это вижу. Не знаю, зачем. Так, ладно, пойдем. Ой, что-то дело-то дрянь, 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 дрянь. Ёпрост. Черт.
Не разочаруй нас. Слушайте, а я не могу нож-то взять? Я бы как бы не... Я реально не помню, что это было в игре. Ой-ой-ой. Я ведь тут Биошок играю. Ой, а где солнышко? Мне здесь не нравится. Чё? Не зимое новое демо. Высажу тебя. А, не, на земле новый демо, господи. Я, извините, перепугана что-то этим трупом. Я как-то, по-моему, на это не рассчитывал немножко. Опа. Ну, это я помню. Один раз вот в это постучать. А, тот рисунок. Да, я это помню и без тебя, дорогой. Так. Ой. Да что Ой. Же это? Ядрен батон, как-то все нехорошо. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, как здражно! Я вообще не могу, когда ничего не видно, туманы какие-то... Ой, господи, какой-то свет, пипец. И круто, и пипец. Что, все? А? Открываешься? Что происходит, блин? Что такое? Да господи! Ну хватит, мне что-то не по себе. Вот Биошок, кстати, первый и второй, они такие жуткие, правда. Ты никогда не знаешь, откуда у тебя кто-нибудь выскочит. Честно, меня это очень сильно всегда пугало. В Infinite, чем меня он зацепил, тем, что тут все солнечно, радужно. Но не сейчас, конечно, но будет. Обязательно мне вот садиться? Кажется, я должен сесть в это милое креслице. Да, оно очень милое, мне прям нравится. Я бы с удовольствием присела. Прям сплю и вижу, как сесть в какое-то кресло, которое я сейчас заку... Ну да, закурить, естественно. Ой. Да что происходит? Это не к добру. Да. Нет, нет, нет. Ой, нет, пушечка. Вознесение. Вознесение на счет 5. 4. Нет, 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 нет. Да-да-да-да-да. У нас нет выхода! Нет! Вознесение! А, вознесение! Точно! Город-то, городу внизу-то жопа, а мы-то летим на... Все, вспомнила, наконец-то. 10 тысяч футов. Так, 10 тысяч футов. 15 тысяч футов. Ну, правильно, это же острова на... Да. Да-да-да, господи, я забыла совсем об этом, к сожалению. Что? А вот теперь мы там, где надо, правильно. Я думаю, что мы куда-то попали, и понять не могу, что с этим делать. А меня кто-нибудь словит вообще? Я просто так в этой капсуле летаю, или у меня парашютик есть? Парашютик, судя по всему. Выглядит-то все, да, прям так радужно, красиво. Ой-ой-ой. Вот, несмотря, знаете, на то, что вот бывают игры, когда они безумно красивые, безумно интересные, у них офигенный там сюжет, но бывает так, что геймплей несколько перевешивает, и вот с Infinite такая же проблема. Конечно, удовольствие от концовки тебе наверняка все это окупит, но я этого боюсь, честно, что мне надоест в какой-то момент. Я надеюсь, что так не случится, потому что я хочу ее пройти. Я реально хочу узнать, чем это все заканчивается. Зачем его посылать нам избавителя? Когда не поднимаем и пальцы для спасения своего, и хотя мы не заслужили его милости, он привел нас в этот новый Эдем. Новый Эдем всегда плохо. Последний шанс на искупление. Окей. Я очень рада. Последний шанс на искупление у них. Ага. Всегда все так начинается. Всегда все начинается хорошо, а потом случается жопа. Это нормальное явление. И пророк проведет народ новый Эдем. Вообще так, я так понимаю, через катапульту кто угодно вообще может попасть в этот ваш новый Эдем. Потому что прошлый, как мы помним, развалился к чертям собачьим. И дело там реально было дрянь. С жителями и с вообще со всем. Ну выпустите меня-то уже. Спасибо. Ты готов, парень? Нас ждут великие дела. Ну или нет. Да-да, конечно, нас ждут великие дела. О, господи, семя пророка. Семя пророка. А? Ну-ну. Так, ну. На, стрелочки. Ну, пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Класс.
Господи, я подумала, ты Лиза, ну ни хрена себе! Я уж заглючила. О. Серебряный орел. Че это? Зачем это? Ладно. Куда нам? Что ты скажешь мне на это, дружище? Так я правильно иду, правильно, все. Простите, что это за место? Рай. Точнее сказать, истинный рай. Ну ты дурак, что ли, совсем? Нет, конечно. Держать такие вопросы при себе. Да. Да, действительно, слушай, лучше вообще не заикаться, что ты не хочешь посмеяться им в лицо над этим. И каждый год. О, боже. В этот знаменательный день мы чествуем наш город и пророка нашего отца Комстока. В этот день мы приносим жертвы, воздаем почести. Ну, давай. Пацаны, можете разойтись, пожалуйста. К нам пожаловал чужак из Содома под нами. Здорово. Явился в Колумбию, чтобы очиститься перед лицом пророка нашего, основателя. Ну, да, но нет, Господа. На самом деле. Мне просто надо пройти в город. Просто пройти? Брат, попасть в Колумбию может лишь тот, кто прошел обряд крещения и родился заново. Ты издеваешься? Ты смоешь с себя грехи, брат. Ну скажи да. Делать-то нечего. Ну хорошо. Крещу тебя именем пророка Крести, пожалуйста. Нашего, именем основателей наших секта, и Господа блин. Нашего. Господи, какая чушь, вот все вот это вот. Так. Не знаю, все? Братья и сестры. Мне кажется, он еще не достал. Ты охренел, что ли, совсем, слышишь? Наглый дед, а? Ты посмотри. Ой, я сознание, что ли, потерял, да? Ух ты, ой. Кто там? А, это воспоминания. Передашь девчонку, и долг будет прощен. Чего вы хотите? У нас договор, давай! Сейчас же! Я же сказал, что не буду этого делать! А теперь уходи! Мистер Дэвид! Мистер Дэвид! Может, он как раз говорит об Элизабет, нет? Ну, типа, доставишь бабу и делай, что хочешь. Что происходит? Так, ну все, мы, кажется, очистились. Теперь можно прям, я не знаю. Теперь прям попой можно бумагу освещать, если на нее садиться, да? Я так понимаю. Зашибись. Идиотский священник не понимает, что крестить и топить совершенно разные вещи. Это точно. Надо найти какой-то ориентир и понять, где я вообще. Пока что мы в аду, если честно. Потому что какие-то странные люди. Есть даже в летающем городе. Ладно, пора искать девицу. Давай искать девицу. Ой, все так приторно, ярко и красочно, что даже не по себе реально от этого. Так, ну вроде все пока хорошо. Как тут, правда, ориентироваться непонятно, ладно. Стыковка сейчас пройдет узбежно. Круто, на самом деле, все эти технологии выглядят. Так, вы мне не нужны все. Ух ты, круто реально. Вот, ну, красивая игра. Но Сири, ну нечего прям сказать. Так, я не знаю, куда нам идти. Меха, платье. Надо мне сюда меха и платье? Я думаю, нет. Так, бабца, где мы тебя найдем? Вообще, если я ее смогла найти, наверное, ее кто-то и другой тоже может найти. Она ведь очень нужна. Но я не буду спойлерить тем, кто вообще еще игру не смотрел, потому что я все-таки дошла до встречи с Элизой. Ой. Ну, она, наверное, сюда. После победы в Вонда-Дни. Ой. Господи. Пропаганда, да какая? Прямо она просто тебе ее не просто навязывают, тебе прямо запихивают в глотку число. Посмотрите на это. Все выше и выше поднимать. Извиняюсь, но придется обождать. Ну, обождать, так обождать, обождем. Чудесное дитя. Ключ к будущему нашего города. Это не про кого. Башня, она в башне. Правильно, Элизабет в башне. Мы согласны. Ну, до свидания, да. Очень было интересно послушать совершенно увлекательную историю.
ключом, но слабоват с ключом и скрижали. Так, что тут происходит? Здрасте. Ясное небо. Здрасте. Днем тепло, ветер легкий, переменный. Словом, прекрасный день для праздника. О, это хорошо. Что-то в бочке, ничего в бочке, ладно. Но я не буду забирать на эту фигню. Прикольно, да? Они даже не охраняют это место, говорят. Ну, типа, не охраняют деньги. Но... Ну, сами разберетесь, ничего вы. Маленький, что ли? Вы же не будете воровать, правильно? Они нет, а я, да? Да куда идти-то вообще? Ой! Да, они сказали, что оно там. Вам телеграмма, сэр. Что? Тут вам телеграмма. Телеграмму, замечательно. ТЧК, Камсток не должен о тебе узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Лютес. Чё? Что за... 77? 77. Не буду брать, хорошо? Ну-ка, давай позырим. А чё, прикольно? Блин, это просто охренительно, посмотреть на это, а! Салютик. Я бы вообще прям вот просто, если бы, мне кажется, такой реальной жизни видела, я бы просто офигела. Ладно. Так, не берем номер 77. Мы помним, помним. День добрый. Здрасте. С вами поздоровались. Ну, видимо, тут все такие добрые, знаете. Кто мне поверит? Если я скажу, что некто поднимает жеребца одной рукой, кто мне поверит? Я, друзья мои, здесь, чтобы сказать вам. Это не фантазии. Нет, юный, нет, сэр, дамы, юные леди, оцените силу нового. Попробуй. Ну а чё? Сэр, бес бросает вам. Попади в дьявола три раза. А, интересно. Вот и бес номер один. Я попаду, наверное, в любом случае. Бес номер два. У, да вы везунчик. Да ты что? Я просто в игры играю, прости. У нас победитель! Класс. Держите, друг. И помните, если вам нужно что-то поднять или швырнуть, вам поможет Тикий Мустанг. Да, Тикий Мустанг, обязательно. Класс народа совсем разбоялся. Ой, давайте, а чё? Ну, подавайте, давайте. Ну, пожалуйста. Я попробую. Нашелся смельчак. Итак, стреляйте по народникам. Хорошо. Достаточно очков. Получите приз. По народникам. Если подстрелите анархистку Дейзи Фицрой, получите бонус. Яблочко. Красота. Осталось немного. Ты отличный стрелок. Да. Ну, типа, знаете, такой туториал в виде игры. Ой, я испугался. Хорошо. Ладно, мне это очень все нужно. Что происходит? То же самое? О, господи. Это ужасно. Ну что вы издеваетесь? Мне кажется, он не хочет. Ой, здравствуй. Извиняюсь. Вся лотерея уже распродана. Страшный ты какой, блин. Вроде такое радужное, а вроде так пугает. Заходи в мою гавань. Да не хочу в твою гавань. Я вообще-то хочу как-то попасть куда-то. Не сюда определенно. Но обойти все равно в случае мне он человек, хотелось. Лишь колумбийские мастера могли создать такое чудо. Жесть какая. Причем они так реагируют, знаете, на это нормально. О, здрасте. А, с тобой нельзя поговорить. Голософоны! Голософоны! Слушайте голос из прошлого в настоящем. Привет. Скажите что-нибудь. Голософон? Чё? Голософон? Вот, пожалуйста, запись вашего голоса. Эй, я за это платить не буду. Просто демонстрация, сэр. Что за бред? Это как-то... непонятно. Друзья! С вами ни с кем нельзя говорить, а как мне с ними разговаривать? Опа. Дай мне такую. Они все мигом сделают. Сделают что? И что, и что? И что происходит?
не по себе. Ой, какая-то какой-то наркотик, что ли? Забавно. Что это такое? Правой кнопкой, чтобы сделать машину. Так, короче, все получилось. Я поняла, что надо сделать. Я ходила тут очень долго. Мне нужно было приобрести вот у этой замечательной дамы. Вот этот вот замечательный энергетик. И потом прямо в него бахнуть. Вы же Баффет, член ассамблеи. Ой. И как я вас сразу ой, не я не знаю, не знаю. Привет. Орел или решка? Эй, дайте пройти. На елки. Или решка. Ну кидай. Че? Орел. Ну вот. Не чувствую я особой радости от победы. Выше нос, в другой раз повезет. Может быть. Странные какие-то. Ой, ой, извините, не буду наступать, мало ли. Так. Гляди, кажется, он заблудился. А по-моему, с ним все нормально. Какая же ты бессердечная, ой. Мэри. Какие странные бабушки. Ой, бабушки. О-хо-хо. Бабы, конечно же. Так, ладно, ничего покупать мы не будем. Мне надо вообще к Элизабет, друзья. Мой кумир? Леди Камстон? Все пялятся. Здрасте. Это достал. Эта штучка? Нет. Всему отделу такие раздали. Господи, идиоты. О. Что это с ним? Ха, прикольно. Как здесь праздники, однако, да, проходят? Обалденно. Ну хорошо, ладно. Что за... Чего? О, у меня есть какая-то печать. Слушайте, она перемотаться? Это какое-то паскудство у нас. Ей появилась-то это марка или что это? Кто на нас выжег, собственно? Какой уродец? Еще возможно. У меня полоса везде. Что происходит? Каждый раз. Так, спокойно. Привет. Итак, лотерея 1912 официально началась! Мистер! И что? Что происходит? Что сделать-то надо? Здрасте. Привет. Извиняюсь, платить нечем. Глупый. Участие в лотерее бесплатно. Ты что, с Луны свалился? 77. 77? Это счастливый номер. Буду за тебя болеть. По-моему, все как-то складывается не лучшим образом, ребят. Совершенно. Мне это не нравится. Нас как будто подставили. Итак, побеждает номер 77. Это какое-то дерьмо. Номер 77 может забрать приз. Бросок. И что, еще маленький? О, господи. Нет, прошу вас, не надо. Что за черт? Что за черт вообще, объясните мне. Ну так что, бросишь? Или ты теперь тоже любишь черный кофеек? О, господи. Какой застенчивый юноша нам попал. Да пошел ты! На! Это он! О-оу. У меня еще и марка, и счастливое число. Я просто везучик 20. Не знаю. А нам тут никакие лжепастыри не нужны. Какие лжепастыри? О чем ты вообще мелешь? У меня вообще этого не было на руке. Я тебе сейчас дам. Вау! Вау. Вау! Ага, как это круто! К черту! Вау! Ты уже труп! Да ладно! А мне казалось, что труп ты.
Господи. Ай, как круто. Вот это просто вообще огонь. Прям, не знаю, мне очень нравится. Все, возьми с них, пожалуйста. Все, побери. Пироженка, кофе, все собери. Что такое, разбежались? Уродцы. Так, что тут еще? Баночка кофе. Эй, мне туда надо. Не хотите меня туда пускать, да? Здорово. Так, что там? Давайте послушаем. Я же говорил, Гансу. Бабище. Да все, я знаю. Эй, Мрай, эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Угу. Ничего. Я знаю парня Джорджа, который поставит нам каторжников-негров. Поможем убогим возвыситься. Да, поможем убогим возвыситься. Если тебе от этой мысли станет легче. Автомат, а ты как бы можешь и получше стрелять. Ну, серьезно. Ну, то есть, по крайней мере, я так думаю. Так, ну что делаем-то? Мы же не хотим, чтобы эта дрянь нас убила, правильно? Я знал, что они здесь. Нет, так не получается. Ну ладно. Да это уже не свой. Я не хочу заниматься этим. А, он меня оббежал со спины, поняли? У меня кончают соли. Я сейчас разберусь с этим. Так, давайте берем все, что тут есть. Ух ты, мать твою. Тихо. Чё-то я, да, мажу. А этого не нужно делать. Все хорошо. Чего это я буду сдаваться? Вы вообще чуть меня каким-то еретиком прозвали, я еще сдаваться буду. Вам бы не выкусить, а? Тухлого пирога. Не такой уж ты крутой. Да ну. Не такой уж ты крутой. Ну это получи тогда в голову. Так, ладно. Ну и что, ребят, вы идете сюда. Можно взять и бежать поближе, чтобы прицелиться тут. Да. Хотя, на самом деле, я могла и со своими навыками и получше взять. Бежим. Воу! Кто идет? Пожарник. Так. Он разберется с этим сукиным сыном. Да ну. Правда? А что за пожарник? Я стесняюсь спросить, конечно, но как-то не по себе тоже. Так, я считаю, надо вот это забрать. Оу, красота! Так, ну что, все, наверное, давайте пойдем. Мы можем здесь пройти-то, да? Я думаю, что да. Какой пожарник нас сейчас ожидает? Становится все жарче. Что происходит? Я не знаю, чувак, сама не понимаю, нас подставили как... Сейчас начнется. У вас кончились соли, я знаю. Ну, все, что ли? Понятно. Энергетик. Все возьми. Все возьми, все возьми, все возьми. Что это? Поцелуй дьявола. Ты. А, один раз живем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди, ну подожди, ну что ты? И... Ой. Воу. О, как неприятненько.
Ух ты. Ну я знаю, короче, правой рукой. Круто, правой рукой мы прям бластеры такие. Пуф-пуф, стрелять вообще класс. Круто, вот эти петарды можно поджечь. Мне нравится. Демоны-ангелы по сравнению со мной. Кью, что сменить энергетик. Но мне не надо. Я как бы пока и вот, собственно, этим понаслаждаюсь. О, привет! Максимум солей, да? А я что, не могу побирать инвентарь? Жаль, кстати. Я-то почему-то думала, что могу. Синяя летяга. Так, ну, сколько времени тогда мы уже играем? А, давайте, слушайте, заканчивать серию. Я все понимаю, что это очень интересно, но мне не хотелось. Ой, мать твою. Пойдемте, подберем соль. Вот, но мне бы не хотелось, чтобы, собственно, мы играли больше получаса. В общем, давайте увидимся в следующей серии. Всем спасибо за внимание. С вами был Алисон Роуз. Это был Bioshock Infinite. Продолжаем его проходить. И всем хорошего настроения. Пока-пока.